Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас будет расклад на тему, как он будет действовать дальше. Загадайте мужчину, подумайте о нем, настройтесь, представьте его, произнесите его имя, свое имя, если есть фотография, посмотрите на фотографию. Итак, давайте возьмем оракул. Оракул нам показывает, что в ваших отношениях будет романтизм, восторженность чувств. Зачастую это бывают платонические, необычайно красивые отношения, духовная любовь. Мужчина все же будет считать себя хозяином в ваших отношениях, и в какой-то мере он хочет вами руководить. Ну, оракул показывает покровительство, забота, опека. Он желает взять на себя заботы о вас, всячески хочет ублажать. То есть делать для вас все самое лучшее, но при этом показывая, что он все-таки главный в отношениях. Мужчина будет скрытно пытаться управлять вами, заставить действовать так, как ему нужно. Он будет делать, его действия будут такими, что вы и сначала вообще даже не поймете, как это у него получается. То есть он так будет делать, ставить так ситуацию, что как будто вы сами приняли такое решение. На самом деле это очень хитрое манипулирование вами. Он также еще может указывать, что есть наличие соперников, и у мужчины будет скрытая борьба с ними. Иногда показывают карты, что против одного из партнеров настроена семья другого. Ну, давайте посмотрим на Таро. Ну, мужчина будет очень сильно вас ревновать. У него постоянно будут какие-то подозрения. Из-за этого, из-за его вот этого отношения, возможен у вас будет упадок отношений. То есть он очень недоверчивый. Также еще показывает о том, что, возможно, у него финансовые проблемы. Мужчина постоянно обижается на что-то. Все время что-то подозревает, хотя у вас чувства взаимные. Когда у вас все хорошо, вы наслаждаетесь обществом друг друга, вы строите планы на будущее, вместе достигаете целей. Но вот иногда происходит такое, что у него, ну, как бы, как замкнет, что ли, и он начинает что-то подозревать, не доверять, начинаются какие-то вопросы, потом начинает вами манипулировать, потом у него его отпускает, и опять все хорошо. Но, тем не менее, между вами очень огромное, большое количество эмоций. Отношения у вас, можно сказать, романтические. То есть, когда у мужчины нет такого, может быть, много других мужчин на вас обращают внимание, и вы как бы принимаете это внимание. И это вашему партнеру не нравится, и вот он начинает себя так вот вести. Ну, вообще карты показывают, что у вас некие качели, странные отношения. Ну, то есть у вас сейчас назревает необходимость обсудить проблему и подумать над тем, что же можно поменять в отношениях. То есть вам сейчас необходимо поговорить, потому что его манипуляция вами вас не устраивает, и нужно ему, если мужчину вы любите, он для вас дорог, то вы ему должны сказать, что никакие другие люди для вас не имеют значения, и чтобы он перестал себя так вести, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Отношения у вас, чувства у вас очень хорошие. Вы близки друг с другом, вам нравится вместе проводить время. А когда вы вместе, мужчина вообще раскрывается, и он совершенно другой. Ну вот, бывают вот такие вот у него
забеги. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.